Нурмагомедов. Макгрегора уже давно надо лишать пояса. Российский боец смешанных единоборств раскритиковал действующего чемпиона Конора Макгрегора за нежелание защищать пояс. Хабиб Нурмагомедов в очередной раз задел Конора Макгрегора, напомнив ему о необходимости защиты чемпионского пояса. Если у человека нет травмы, он по каким-то причинам не защищает свой пояс больше года, тогда это очень плохо. Но когда ты чемпион и у тебя нет травмы, ты должен защитить его. Мне очень понравилось, как в подобной ситуации повел себя Жорж Сен-Пьер. Когда он понял, что не сможет драться в ближайшее время, он не стал задерживать дивизион. И это решение настоящего чемпиона. Конор больше года уже не защищает пояс. И я даже не знаю, когда он будет это делать. У него имя есть. Уф, выгодно, что Макгрегор чемпион. Они зарабатывают на нем деньги и не будут в ближайшее время лишать пояса. Но мое мнение таково, что Конора уже давно надо лишать пояса. Тони Фергюсон должен стать настоящим чемпионом, ответил российский боец на вопрос фанатов в приложении Hype. Отметим, что свой следующий поединок Хабиб Нурмагомедов проведет 30 декабря в рамках турнира UFC 219. По материалам сайта newsgra.com.